8 вечера. Пора узнать главные новости дня. В студии Алексей Лихман. Начинаем подробности. Гадание на правительственной гуще. Кто войдет в новый Кабмин и как быстро его сформируют? Старт прокурорского сериала. Кто метит в кресло главы ГПУ? Не победили, а возглавили. Сколько нелегального янтаря прилипло к рукам ривненских полицейских? Теракт в Ставрополе. Кавказский город перешел на осадное положение. Верховная Рада включила стахановский режим. Ведь то, что не клеилось за месяцы кризиса, нужно склеить уже до завтрашнего дня. Планов на вторник вообще громадье. Премьера старого отставить, нового избрать, министрами Кабмину комплектовать. Ну а до этого и коалицию неплохо было бы новую презентовать. Но вот тут неувязочка. По данным наших источников, голосов пока не наскребли. Что делать? Решали сегодня на согласительном совете. Все видела Ольга Рыцарь. Заявление Яценюка об отставке глава премьерской фракции Максим Бурбак во время согласительного совета передал Владимиру Гройсману. Тот поступок Яценюка оценил и как будущий премьер принял эстафету. Если будет поддержка коалиции щодо моей кандидатуры с пропозициями, которые я вниз, и мы сегодня обговорим по конкретным кандидатам на те или иные позиции в министерство, цей уряд будет эффективным. Тому треба зараз в більшу ступені говорити про власну готовність брати на себе відповідальність і забезпечувати підтримку таких необхідних рішень. А за мною і не заживіє. Я вмію працювати 24 години на добу. Уже завтра депутаты планируют передать пост премьера Владимиру Гройсману. Только вот коалиции, которая должна его утвердить, до сих пор нет. Батьковщина и Самопомощь остаются в оппозиции. Предварительно решили, за Гройсмана, скорее всего, голосовать не будут. Мы хотели бы понимания того, какую самую политику будет проводить уряд. Единственное, что мы можем гарантировать, что мы будем цивилизованной оппозицией. Политическая партия Объединения Самопомощи и фракция в парламенте залишається опозиційною партією, яка підтримуватиме уряд, який створить нова коаліція, і ми вітаємо цей процес. Сподіваюся і вітаю те, що думаю, що буде двома фракціями створена коаліція і буде новий уряд. Сподіваюся, що новий уряд віднайде кошти для того, щоб сьогодні на ділі доказати, що ми турбуємося про український народ. Времени, чтобы собрать необходимые 226 голосов БПП и Народному фронту, осталось совсем мало – до завтрашнего утра. Желающих пополнить ряды фронтовиков среди внефракционных нет. В блоке Петра Порошенко ожидают пополнения уже сегодня. Не хватает четверых. Завтра матимемо 226, оголосить про це с трибуны, проведемо сбори, подамо президенту подання, отримаємо его назад. Думаю, что можно проголосовать и в вівторок, и в середу, и в четверг. Имена будущих министров еще согласовывают, впрочем, как и квоты. Сколько мест какой фракции отдадут. Хотя некоторые фамилии уже звучат. По словам фронтовиков, в своем кресле останутся как минимум Арсен Аваков и Павел Петренко. МВД и Минюст Народный фронт отказывается отдавать. 82 підписи від Народного фронту ми гарантуємо. Ми наполягаємо, щоб всі кадрові рішення були прийняті завтра. Тобто, це є кандидатура щодо прем'єр-міністра, раз, щодо складу уряду, два, програма дій уряду, три. Фракція «Опозиційний блок» приймет рішення по голосуванню за назначення Владимира Гройсмана прем'єром тільки після того, як побачать програму діяльності майбутнього правительства. Ми ще не бачили програму уряду нового, сподіваюся, що вона буде представлена для всіх фракцій, а не тільки для фракції коаліції. Це дасть можливість нам визначитись, підтримати або ні. Якщо програма буде направлена для людей таким чином, щоб вирішити ключові, нагальні, важливі питання, які сьогодні турбують суспільство, то не виключено, що ми підтримуємо. На создание коалиции нового Кабмина, которые будут ориентированы на проведение реформ, имплементацию соглашения об ассоциации с ЕС и сотрудничество с МВФ, Петр Порошенко дает еще неделю, предупредил депутатов представитель президента Степан Кубі. В противном случае парламент будет распущен. Ольга Рыцарь, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Перед решающим вторником, очевидно, многим депутатам будет не до сна. Вот прямо в эти минуты в парламенте заседает президентская фракция. Нардепы собрались там около часа назад, журналистов на встречу не пригласили, советуются за закрытой дверью. Какие вопросы обсуждают? Давайте спросим у Ольги Теребинской. Моя коллега сейчас дежурит у подъезда Верховной Рады. Оля, я тебя приветствую. Скажи, удалось тебе или нет пообщаться с кем-нибудь из нардепов БПП? Если да, то какие новости?
Да, здравствуй, Алексей. Все это время еще неизвестно, сколько в стенах парламента решают вопрос создания коалиции. По словам председателя фракции Юрия Луценко, уже сейчас они ждут заявления как минимум от 4 депутатов на вступление в их политсилу. Кто эти люди, пока неизвестно. Депутаты говорят, что до того, как сами желающие не сделают заявление, разглашать их имена не будут. Думаю, що в нас в коаліції буде 230 людей. БПП разом з Народним фронтом. Нема суперечливих кандидатур, бо, в принципі, всі кандидатури були попередні. І, можливо, зараз ми будемо їх ще раз обговорювати. На встрече также хотят утвердить кандидатуры министров. Как ранее стало известно, скорее всего, в правительстве на своих постах останутся глава МВД Арсен Аваков и министр юстиции Павел Петренко. Но до сих пор есть и спорные кандидатуры. Есть там четкие позиции по Министерству внутренних справ, Министерству юстиции. Це позиції, які базові по Народному фронту, все інше обговорюється. По Міністерству фінансів, то є зараз широке обговорення, бо це одна з найключовіших посад. Ті кандидатури, про які всі говорили, вони відомі. Це і іноземці, це і наші. Розглядалася пропозиція і по пані Южаніни, і по пану Шлапаку. Це по наших кандидатурах. Були ще кілька, але менш відомих українців, але рішення остаточного поки що нема. Депутаты также рассказали, что остаться на своем посту министра предложили Наталье Яресько, но она отказалась. Ждут также ответа от Бориса Ложкина. Ему в правительстве предложили пост вице-премьера. По словам участников заседания, возможно, обсудят изменения в законодательство для того, чтобы выдвинуть кандидатуру Юрия Луценко на пост генпрокурора. Пока что на данный момент это вся информация. Если появится что-то новое и депутаты выйдут, мы обязательно с вами свяжемся. Студия. Спасибо. Это была Ольга Теребинская. Она дежурит у здания парламента, где сейчас заседает фракция блока Петра Порошенко. И только что у меня появилась самая свежая информация с этого заседания. Фракция БПП может пополниться еще двумя штыками. Могут в нее влиться член группы «Воля народа» Андрей Немировский и внефракционный Юрий Бублик. Об этом сообщает нардеп Сергей Лещенко. Оба, по его словам, сейчас присутствуют на заседании фракции. Кроме того, по данным «Украинской правды», заявление о вступлении в БПП уже написал и внефракционный Сергей Рудик. Ну, не спится в этот вечер не только фракции блока Петра Порошенко. Народный фронт в эти минуты тоже собирается на свое заседание. От этой фракции завтра очень многое зависит. Главная интрига – все ли дадут голоса за отставку своего же премьера Арсения Яценюка. О чем совет держат, узнаем чуть позже. Геннадий Вивденко за всем следит и очень скоро поделится с нами самыми последними новостями. Жизнеспособность возможной коалиции на двоих мы попросили оценить политологов. Вот их мнение. Сколько протянет этот союз БПП и НФ? Две фракции создают коалицию с очень большой арифметической натяжкой. Коалиция создается чисто по тактическому. Оттянуть неизбежно, оттянуть досрочные выборы. А если там 229-230 голосов коалиции, сможет ли она? Нет. Придется добирать голоса по тем или иным законам у других депутатских групп и фракций. До голосования час від часу будут приєднуватися інші політичні сили. Якщо, наприклад, буде йти мова про європейські закони, то я переконаний, що до коаліції будуть приєднуватися і Самопоміч, і Батьківщина, і Радикальна партія Ляшка. Якщо буде йти мова про економічні проекти, то я не виключаю, що до цього можуть долучатися, наприклад, і Відродження або Воля народу. Тому де-юре коаліція буде мати менше голосів, ніж де-факто. Ну, если премьериада, похоже, близится к финалу, то вот другой сериал только набирает обороты. Прокурорский. Сегодня лидер фракции БПП Юрий Луценко заявил, что готов возглавить Генеральную прокуратуру, хотя и без особого желания. Кроме того, напомнил, что сейчас законодательство требует от генпрокурора юридического образования и 10 лет опыта в юридической сфере. Я днями мав розмову с президентом стосовно мого бачення цієї справи. Не секрет в тому, що чинне законодавство не дозволяє мені бути кандидатом генеральної прокурора. Коли мені поставили запитання, а якщо законодавство буде змінено, чи ти готовий, я сказав, що я не хочу, але готовий. Я точно знаю, що це за робота, і дуже точно знаю, що вона нікому не принесе, ну, щастя.
А сотрудники ГПУ сегодня дали понять, что на нового начальника у них свои виды. И попросили не назначать на должность главы ведомства человека без профессионального опыта. Опасаются, что это отразится на качестве работы всей генпрокуратуры. Свое обращение к президенту и спикеру опубликовали на сайте ведомства. Письмо подписали 4 зама главы ГПУ и 29 руководителей региональных прокуратур. Напомню, что кроме Юрия Луценко, в общем-то, среди кандидатов на этот пост эксперты называют Юрия Севрука, Юрия Столярчука и Сергея Горбатюка. И только Луценко не имеет опыта работы в прокуратуре. И несколько часов назад появился еще один кандидат в генпрокуроры. Самовыдвиженец. Нардеп Сергей Лещенко опубликовал в Фейсбуке пост о том, что готов занять кресло главы ГПУ. Перечислил свои журналистские достижения и отдельно подчеркнул, что, как и у Луценко, у него тоже нет юридического образования и стажа, но есть уверенность, что с работой генпрокурора он справится. Так, у кого же больше шансов стать преемником Шокина и как скоро он появится? Мы попросили ответить на эти вопросы экспертов. Если это будет выдвиженец из нынешней прокурорской корпорации, то за него не проголосует Верховная Рада, и он будет просто в течение многих месяцев, а может быть и года, ИО генерального прокурора. Луценко за него Верховная Рада проголосует, и прокуроры, в общем-то, примут кандидатуру Луценко в качестве генерального. Сегодня все-таки больше всего шансов на то, что новым генеральным прокурором станет кто-то из нынешних заместителей. Или Севрук, или Столярчук. Неплохие шансы есть Горбатюка. Луценко все-таки политическая фигура менее вероятна на этой должности. Мне кажется, это не совсем приемлемый вариант для самого Луценко, потому что вместо стабильного депутатского мандата он получит должность генерального прокурора, которых уже 3 поменялось после Майдана. В самой генпрокуратуре кипят нешуточные страсти вокруг бывшего замглавы ведомства. Виталию Косько вручили подозрение в мошенничестве. Все подробности у Вениамина Трубачева. Виталию Косько зачитали подозрение в мошенничестве прямо на улице. Это произошло накануне поздно вечером в 22:15 в центре Киева. В ГПУ считают, что бывший зам генпрокурора незаконно приватизировал служебное жилье в столице на бульваре Дружбы народов. Сегодня должен был состояться допрос, но Косько опоздал на час. В это время он проводил пресс-конференцию и заявил, что все обвинения отвергает. Це все є необґрунтовано і сфабриковано Генеральною прокуратурою. Всі ці дії свідчать про те, що є єдиною метою є свавільне переслідування мене за ті погляди, які я висловлював щодо реформування прокуратури. В ГПУ же заверяют, политикой тут и не пахнет. Чтобы приватизировать квартиру в 155 квадратных метров в элитном районе Киева, Косько подделал документы. На момент приватизации приблизительная стоимость жилья была 1 800 000 гривен. Сейчас, по оценкам риэлторов, подобные апартаменты могут стоить около 8 миллионов гривен. На квартиру уже наложен арест. Напомню, бывший зам генпрокурора уволился в феврале после ряда заявлений о коррупции в ведомстве, где долгое время и сам работал на разных должностях. Для того, чтобы отримати таку площу, він подає такі цікаві документи. Що він мешкає разом із дедусем, мамою та сестрею, які є, увага, без хатченками, тобто не мають житла. А тому він просить надати йому отаку службову квартиру. Тобто от тут саме і є обман. Обман полягає у тому, що його мама була власником 2 житлових квартир. А він зазначає і подає документи, що мама, дідусь та сестра є без хатченками. Завтра Косько снова вызывают на допрос. Если вина бывшего замгенпрокурора будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Вениамин Трубачев, Владимир Самченко и Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Оборотни в погонах разоблачили в Рименской области. Прокуратура обвиняет группу полицейских в разбое и крышевании нелегальной добычи янтаря. Кстати, по этому же делу проходит и сотрудник СБУ. Как вышли на их след и что изъяли во время обысков, Инна Белецкая с подробностями. Полицейские занимаются грабежом. С таким заявлением прокуратура обратились жители северных районов Рименской области. Поведомили, что до них приходят работники полиции, особи у формі працівників поліції у кількості від 4 до 5 осіб та проводять обшук
фактично кладуть всіх осіб лицем донизу, проводять обшук, забирають гроші, бурштин, в окремих випадках інші дорогоцінні речі і просто покидають місце. К операции готовились долго и тщательно. Выяснили, что полицейские работали не сами. Помогал сотрудник СБУ, родственники которого тоже старатели и занимаются скупкой. Потерпевшим показали фото всех сотрудников полиции северных районов. Опознали четверых. Під час здійснення документування розмов вказаних осіб було встановлено, що вони надають так звані дозволи на здійснення цієї безліцензійної діяльності окремим особам. А ці особи, вони щоранку і щовечора збираються в одному місці. Гаражі з автомобілями, автомобілі з мотопомпами, генераторами, янтарем, 150 пожарних шлангів. Обыскивають гаражний кооператив Дубровицької автошколи. Працює прокуратура, Альфа і служба внутрішньої безпеки поліції. Далі обыски вдома у четверих поліцейських і їх товаришів. Знаходять около 300 тисяч гривень, патрони, гранати, оружие. За цими фактами проводиться в УГНП в області службове розслідування. Досудове розслідування проводиться прокуратурою області. Те, що буде застосовано міри дисциплінарної відповідальності, це однозначно. Крім того, будуть і встановлені під час службового розслідування і інші факти, які мали місце 9 квітня. В прокуратуре готовится объявить о подозрении полицейским. Если вину докажут, им грозит до 15 лет. А вот бывшему начальнику Сарнинского райотдела полиции уже объявили подозрение. Напомним, Игорь Харитонов приказал подчиненным покинуть место добычи янтаря и не изымать оборудование. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Рівненська область. Договоренности по освобождению Надежды Савченко сорвались. Об этом сообщила ее сестра Вера на своей страничке в Фейсбуке. Написала, что за формированием коалиции политики забыли о человеческой жизни. Тем временем состояние здоровья Надежды ухудшается. Об этом после встречи с заключенной сообщил ее адвокат Николай Полозов. Но прекращать сухую голодовку Савченко отказывается. Не согласна она и на госпитализацию. А в Киеве продолжают судить возможных кандидатов на обмен Савченко, российских ГРУшников. Сегодня должны были допросить шестерых свидетелей защиты, но допросили только одного, причем того, кого и допрашивать-то не планировали. С судебного заседания вернулся Егор Логинов. Ерофеева и Александрова впервые доставили в Голосеевский суд в касках и бронежилетах. Правда, в зал заседаний они зашли уже без амуниции. Четверо ЛНРовцев, которые должны были сегодня давать показания со стороны защиты, в суд не явились. Прислали письма одинакового содержания. Здесь существующие реальные угрозы моей жизни, безопасности и свободе. Прошу провести мой допрос в режиме видеоконференции с использованием программы Skype. Судейская коллегия в допросе по скайпу представителям ЛНР отказала и предложила заслушать еще двоих свидетелей, российских наблюдателей. Данные двое свидетелей являются гражданами Российской Федерации, а также действующими военнослужащими. Их прибытие на территорию Украины, город Киев, связано с прохождением определенных бюрократических процедур. Есть объективные причины, которые не дают возможности допросить данных лиц в судебном заседании сегодня. Суд заслушал единственного прибывшего свидетеля, следователя СБУ Александра Тамусяка. В допросе активно участвовали не только адвокаты, но и подсудимые Ерофеев и Александров. Вы отримували лист від делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста. Мова там шла про визнання їх військовополоненими. Дані особи не можуть бути військовополоненими, тому що відсутній встановлений факт війни. В конце заседания адвокаты попросили перенести допрос российских военных на 22 апреля. Суд вначале давал защите 2 дня отсрочки. В итоге сошлись на 3. Россиян заслушают в четверг, 14 апреля в 15:00. В тот же день допросят Ерофеева и Александрова. Егор Логинов, Иван Ермаков. Подробности, телеканал Интер. ГПУ задержала киллера, дважды покушавшегося на жизнь главного эксперта по делу сбитого над Донбассом рейса MH17 Александра Рувина. Сообщил об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос. На месте задержания убийцы крымского криминального авторитета из группировки «Башмаки» обнаружен целый арсенал. 3 единицы стрелкового оружия, патроны тульского производства и гранаты РГД-5. По версии прокуратуры, след пока к неустановленным заказчикам ведет в Россию. Именно оттуда поступали звонки членам группировки. По словам Матиоса, покушение на эксперта связано с его отчетом по крушению малазийского Боинга. Напомню, в Александра Рувина стреляли за 5 дней до его запланированного в Гааге итогового отчета по этому делу. Відсутність Рувина, как главы
експертної групи вплинула на своєчасність доповіді української сторони і передачу, вчасну передачу остаточного звіту, причин і технічних характеристик тих подій. Олександр Григорович Руїн приступив до виконання своїх обов'язків. Іде потужна спільна робота з іноземними партнерами, іноземними фахівцями. І наскільки я володію ситуацією, в травні місяці акт, який готує і повинна була ще тоді віддати Україна, буде нарешті підписаний і переданий до міжнародної слідчої групи в Голландію. На Донецком направлении минометные обстрелы. За последние сутки враг 16 раз атаковал украинские позиции. Есть ли потери и удается ли нашим войскам отражать нападение? Все подробности у военного корреспондента Ярослава Кречка. Наиболее активным противник был в районе оккупированных Горловки и Ясиноватой. Львиная доля обстрелов фиксируется в темное время суток. Так, например, сегодня в Авдеевке днем, когда там дежурили наблюдатели ОБСЕ, ситуация была более-менее спокойной. А вот ночь уже традиционно прошла напряженно. Около 30 обстрелов, все они сосредоточены на промзоне. Вот обстрелы идут постоянные, ну, как бы ситуация контролируемая. Обстреливают из всего, кроме танков, наверное. Бронетехнику в течение последней недели враг активно применяет в районе Светлодарской дуги. Как минимум два раза боевики стреляли из танков, еще чаще используют БМП. Ну вот Лозове село, то там прямо в селі між будинками стоять, з моря видно в бінокль, між будинками стоять, ну як мінімум дві коробочки, дві БМП, які постійно працюють або по морю, або сюди. Постоянное давление, в том числе психологическое, которое оказывают своими провокациями боевики на украинских бойцов, сгладить пытаются военные капелланы. В Авдеевке даже есть такая фактически полевая часовня, где периодически проходит служба. Кроме того, капеллан часто вместе с бойцами живет непосредственно на передовых опорных пунктах. Я взагалі вражений їх стійкістю. Психологічною стійкістю, так як вони тримаються. І так і вони віддаються на всі 100% і якусь відчувають за собою відповідальність солдатську перед державою. В цілому, несмотря на постоянний огонь бойовиків, українські воєнні за минувші сутки тільки 7 разів відповідали на вражеські атаки. Ярослав Кричко, Юрій Романюк і Анатолій Воробей. Подробності телеканал «Інтер». Министры иностранных дел стран Большой Семерки на встрече в японской Хиросиме призвали к мирному урегулированию украинского кризиса. Для этого предложили в полном объеме выполнять минские договоренности. Об этом сегодня сообщили в МИДе Японии. Ранее глава этого ведомства Фумио Кисида проанонсировал, что кроме украинского вопроса участники встречи также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, Корейском полуострове и тему борьбы с терроризмом. Я напомню, что Украина не входит в Большую Семерку, вот поэтому президент Петр Порошенко проведет встречи со всеми лидерами G7 в Лондоне. Там он собирается убедить их внести украинский вопрос в повестку дня 42-го саммита. Он состоится в Японии уже в конце мая. В России в очередной раз запылал Кавказ. Где произошел теракт? Все подробности узнаем у Данила Русакова. Режим контртеррористической операции на Ставрополе объявили в 11 часов утра. Сроки его окончания пока неизвестны. Власти Новоселецкого района просят местных жителей не покидать свои дома. По сообщениям силовиков, сразу 5 взрывов прогремели возле здания местного УВД. Нападавших было 4, 3 из них погибли, подорвав себя. Еще одного уничтожили в ходе спецоперации. По предварительным данным, жертв среди местного населения нет. Думаю, что могло, говорю, ну, упасть, клацать, что это такое? Вот. Вот этот шарик, да? Да, вот этот шарик. Тут и дыму было, и я, по-моему, слышал, как «Аллах Акбар» кричали. Пока информация от силовиков такая. Взрыв произвели неустановленные лица из неустановленного взрывного устройства. О том, что к происшествию может быть причастно кавказское подполье, пока вслух говорить не спешат. Местный антитеррористический комитет распространил лишь короткое сообщение. Руководитель оперативного штаба НАК в Ставропольском крае направил к месту происшествия силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС России. Место происшествия блокировано. Об организаторах атаки информации тоже пока нет никакой. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Олег Неведомский. Московское бюро телеканала «Интер».
Бельгийские террористы строили грандиозные кровавые планы. Собирались осуществить теракты во время Евро-16 во Франции. Что нового удалось узнать следствию? И могут ли теперь после задержания почти всех известных участников взрыва в брюссельском метро бельгийцы вздохнуть спокойно? София Гордиенко продолжит. Информация о планах террористов хранилась в компьютере одного из братьев Эльба Крей, взорвавшего себя в аэропорту. Лэптоп нашли в мусорнике у дома джихадиста. Он был напичкан файлами с фото, видео и аудио. И вот полицейские недавно добрались к звуковым дорожкам, где услышали обсуждение с неким неизвестным планы воинов Аллаха побывать на матчах Евро-2016 во Франции. Понятно, что в поясах шахидов. Это, по сведениям журналистов, подтверждает и последний задержанный Мохаммед Абрени. Известно, что целью были и два других места – торговый центр в Париже и консервативная католическая организация. Мы до сих пор не знаем, кто остался на свободе и какие возможности и намерения у этих людей. Все бельгийские радикалы ни в школах, ни в тюрьмах, куда они регулярно попадали, не блистали ни умом, ни сообразительностью. Об этом говорят знавшие их люди. Парни были просто пушечным мясом. Ими руководили более опытные товарищи напрямую из Сирии, указывая, кто куда идет и что делает. А вот Салах Абдеслам, пойманный беглец и участник парижских терактов, по рассказам родственников, не взорвал себя у парижского стадиона специально. Он не хотел жертвовать собой во имя непонятно чего. Оправдывается, мол, все дело под влиянием старшего брата Брагима, тоже смертника. Сейчас Салах готов сотрудничать с французским следствием, он раскаивается и много молится. Вскоре его экстрадируют во Францию, и объясняться и оправдываться он уже будет там. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Телеканал Интер, Брюссель, Бельгия. Больше новостей дня далее в подробностях. Вот что узнаете. Браконьеры-смертники. В Закарпатье погибли черные старатели. Атака на заповедник. Кто вырубил кусок национального парка в столице? Голодные ворота Украины. Сотрудники Черновецкого аэропорта угрожают зарплатным бунтом. НБУ в НАБУ. Главу Нацбанка Валерию Гонтареву допросили следователи антикоррупционного бюро по делу о банкротстве Дельтабанка. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире одного из телеканалов. Детективы бюро считают очень подозрительным, что накануне банкротства Дельтабанка родственники Валерии Гонтаревой вывели оттуда свои депозиты на сумму более 500 000 гривен и проверяют, не использовала ли глава НБУ служебную информацию в интересах семьи. Напомню, что в эти минуты депутаты пытаются слепить коалицию. Вот по нашим данным, в Доме правительства сейчас началось заседание парламентской фракции «Народный фронт». С нами на связи Геннадий Вивденко. Гена, приветствую. Что тебе удалось узнать? Алексей, по нашим данным, в Доме правительства сейчас действительно идет заседание парламентской фракции «Народный фронт». Очевидно, что говорят о завтрашнем парламентском дне. Отставки премьера и назначении нового главы правительства. По информации депутатов от Народного фронта, которые шли на заседание, первым делом будут создавать коалицию, а уж потом все остальное. Говорят, что готовы голосовать за отставку своего представителя Арсения Яценюка. Прошу прямую речь. Главная тема – подолание политической кризы. Заява про відставку Яценюка Арсения Петровича. Что еще? Какие возможные развиток подій? Можливо, будемо обговорювати питання там Генерального прокуратури, які будуть посади і так далі в міністерствах, який буде уряд. Ну и Народный фронт видит в кресле спикера своего представителя Андрея Парубия. Это они только что подтвердили. По информации СМИ, за Народным фронтом остаются 6 министерских портфелей. Сохранят якобы свои посты Арсен Аваков, министр юстиции Петренко. Также останется в правительстве Вячеслав Кириленко. Появятся по сообщениям интернет-СМИ новые лица по квоте Народного фронта. Это Игорь Жданов, возможный молодежный министр. Также Лилия Гриневич, министр образования. Вот что она сама по этому поводу говорит. Зараз буде засідання фракції. Жодного рішення з цього приводу ще не прийнято. Я готова працювати там, де буду корисна зараз в цій ситуації.
Ну и кроме того, фронтовики получат пост главы Мининфраструктуры. Возможно, пост этот займет Владимир Мельян, бывший заместитель Пивоварского. Вместе с тем известно, что вхождение фронтов в будущую коалицию не разрешит кризис. По информации главы фракции БПП Юрия Луценко, вместе у них всего 222 депутатских мандата. Для создания коалиционного большинства надо найти еще 4. Фронтовики полагают, что это может получиться за счет внефракционных депутатов, которые пожелают войти в коалицию. Алексей, это пока все, что известно. Спасибо за информацию, Гена. Геннадий Вивденко, заседание фракции Народного фронта. Ну и о последних торгах перед созданием возможной коалиции. Тем временем, утомленные затянувшимся политическим кризисом регионы, то тут, то там выходят на акции протеста. Сегодня в Черновцах на пикет вышли работники аэропорта. Требовали выплатить задолженность по зарплате. Последний раз на коммунальном предприятии деньги получали еще в прошлом году. Услышали их или нет, знает Ольга Пономарюк. Пикетировать горсовет для этих инженеров, летчиков и диспетчеров уже привычное дело. В который раз они требуют выплатить зарплату. Деньги не получали 4 месяца. Долг 1,5 миллиона гривен. Кто як ви живе? Хто має батьків? Хто чоловіка? Хто за що за жінки? От в кого є? Яка можливість, так і виживають. Александр Рыбчук отдал аэропорту всю жизнь. Вспоминает еще несколько лет назад. Из Черновцов самолеты летали сотни раз в месяц. Сейчас принимают только чартеры. Взлетно-посадочная полоса в ужасном состоянии. В 2009 году мы принимали по 3 рейса в день из Италии. И отправляли. Сейчас мы уже не помним последний раз, когда літак прилетал. У нас летают только транспортные літаки, и то это чартера. Аэропорту срочно нужен капитальный ремонт с новой полосой, ограждением и светосигнальной системой, говорит директор предприятия. А это 40 миллионов гривен. Або нам аэропорт потрібний, або, скажем, приймайте рішення, що його закриваєте, але більше не мордуйте цих людей і не замилюйте проблему тим, що немає грошей. Давайте ще чогось почекаємо. Чого чекати? Щоб він тихенько якби помер сам. Ну вот депутаты выделять бюджетные деньги не спешат, мол, в городе и без аэропорта проблем хватает. Там треба забрати практично все, що є в місті, в комунальних садочках, школах, дорогах, тому подібне, і віддати в один аеропорт. Напевно, що я сьогодні говорю за всіх депутатів, це такого рішення не буде. Депутаты все же пообещали, деньги на выплату зарплаты найдут, но делать дорогостоящий ремонт отказались. Вероятнее всего, для коммунального предприятия будут подыскивать частного инвестора. Ольга Пономарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. Международные авиалинии Украины сорвали поставку крупной партии смартфонов Apple европейскому телеком-оператору. Ценный товар уже полгода как завис в транзитной зоне аэропорта Борисполь. Все из-за кражи. Кто понесет за это ответственность и получит ли молдовская компания свой груз, выясняла Оксана Григорьева. Авиакомпания «МАУ» попала в неприятную историю. В октябре прошлого года по заказу европейского телеком-оператора она везла из Европы крупную партию айфонов. Но до пункта назначения груз не доехал. Часть смартфонов пропала в транзитной зоне аэропорта Борисполь. Было установлено, что один из вантажников взял эти мобильные телефоны в количестве 10 штук. Мы нашли этого вантажника, опитали других, вилучили эти мобильные телефоны. Они сейчас все эти мобильные телефоны сохраняются в складе, до них доступ обмежений. Полиция открыла уголовное производство. Сейчас идет досудебное расследование. Но все не так просто, говорят правоохранители. Краж, оказывается, было две. Это следует из постановления Бориспольского суда. Полиция недосчиталась еще 30 телефонов. Правда, другой марки Apple. Из материалов дела также следует, что по накладной вес партии 198 килограммов. А сейчас на 12 меньше. Сейчас уже проведена товароматериальная экспертиза, товарознавчая экспертиза. И найближчим часом будет уже оголошена підозра, а после підозри еще пройдет там певний період часу, ну, максимум до 2 месяцев. Мы написали запрос в МАУ. Хотели выяснить, как компания будет выкручиваться из ситуации, но ответ так и не получили. Не удалось дозвониться и в иностранную фирму. Какие она понесла убытки и будет ли требовать компенсацию от украинских авиалиний? Ведь за время следствия товар значительно упал в цене. iPhone 6 Plus в киевских интернет-магазинах с октября подешевел на 30%. Но если с МАУ ситуация более-менее ясная, то что происходит с Приватбанком – загадка со многими неизвестными. На прошлой неделе его работа была парализована, банкоматы не работали –
платежи не проходили. В финучреждении всех поспешили успокоить, мол, устанавливали новую операционную систему. Но так ли это на самом деле? И не выводит ли капиталы за границу крупнейший банк страны? Хотя есть версия, что сбой в работе Приватбанка связан с финальной фазой переговоров по будущему правительству. Сейчас идут торги за вхождение в коалицию. Группы «Укроп» и «Відродження». Последнюю контролируют нардепы Хомутиннік и мэр Харкова Кернес. Не можна виключити, що от сьогодні оці коаліційні торги перейшли з політичної стадії, стадію такого кримінально-правоохоронного і економічного протистояння. Связаны ли банковские дела и политика, станет понятно уже завтра во время голосования за премьера. По мнению экспертов, если депутаты проприватовской группы в коалицию не войдут, у собственника финучреждения и его клиентов могут начаться проблемы. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности, телеканал Интер. В Полтаве уже традиционно по понедельникам слушали дело Кернеса. Поработали участники процесса не очень продуктивно, за целый день успели допросить всего двух свидетелей. Остальное время слушали адвокатов харьковского мэра. В который раз они заявили, долгие заседания сказываются на здоровье их подзащитного. Мол, сидеть в кресле по 10 часов он не может. А значит, слушание нужно проводить не чаще 2 раза в месяц. Судья принял информацию к сведению и назначил следующее заседание на 25 апреля. В прокуратуре считают, таким образом адвокаты просто затягивают процесс. Ухудшается состояние здоровья Геннадия Кернеса после таких изнурительных судебных заседаний. Об этом говорят медики, и у нас нет оснований не доверять. Такий тривалий термін, який ми втрачаємо на питання, яке можна в принципі вирішити за 15 хвилин, за півгодини, ми втрачаємо на них по 2 години. Жертвы промысла. В Ужгородском районе обрушился каменный карьер. Один старатель погиб, а 3 в больнице. На каких основаниях в злополучном карьере велись работы? И кто ответит за жизнь и здоровье пострадавших, выясняла Марина Коваль. Следы крови на камнях, разбросанная обувь и инструменты. Именно здесь в субботу вечером обрушилась глыба весом около 80 тонн. В это время здесь работали 4 мужчин. Один погиб на месте, 3 увезли в больницу. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Потерпевшие, говорит, журналистами не хотят. Просто сказал «не». Не хочет, да. А вот жители села Подсканева, на окраине которого и произошло обрушение, куда более разговорчивы. То рано или поздно мусило подать. Воно уже, как было подкопано, воно не трималось ни на чем. Работали легально, но не соблюдая правил безопасности, или добывали камень в карьере вообще незаконно. Пытаемся узнать в сельсовете. Там говорят, добычей андезита здесь занимается частное предприятие. Ирина Плюс занимает 80 сотику. Я не знаю, на где состава, чи вони на своєму місці працювали, чи бо там 6 гектарів вилучено під кар'єр. В сельсовете дают адрес, по которому зарегистрирована компания. Согласно документам, офис должен находиться вот в этом домике на окраине села. Его хозяйка Анна Михайловна уверяет, о фирме ни духом, ни слухом. У нас нема підприємства ніякого. У мене ле підприємство, ле корука. То моє підприємство. Веснянка її звати. Полиции же говорят, камень добывали на участке, который не является частной собственностью. Это было незаконно. Цей кар'єр не є чиєю з приватною власністю, тобто ніби як власністю громади чи держави. Ну, якось так. Ми з'ясовуємо обставини, чому саме вони займалися незаконним видобутком каменю тут. А вот для жителей села все очевидно. Говорят, 1 кубический метр андезита стоит около 1000 гривен. Столько же можно заработать за день на добыче камня. Місцеві хлопці собі на хліб заробляють таким чином роботи. З роботи зараз тяжко. Я говорю, що неофіційно. Не знаю, як це правда. На Закарпатті андезит незаконно добывают в Ужгородском и Іршавском районах. Здесь самые богатые залежи облицовочного камня. Правда, официально статистику нелегальных добытчиков не ведут. В экологической инспекции по телефону сказали, к ним сигналы не поступают, а самовольные проверки карьеров запрещены законом. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. А в столице браконьеры атаковали заповедник. На территории Национального природного парка Голосеевский неизвестные за ночь вырезали более 100 деревьев ценных пород. Остановить вырубку удалось благодаря местным жителям. После вызова полиции злоумышленники скрылись. На месте оставили бензопилы и инструменты. Кто и зачем это сделал, подробности проводят свое расследование. Так что вернемся к этой теме в следующих выпусках.
Обострение на Мариупольском направлении. Под огнем боевиков вся линия разграничения. Несмотря на присутствие наблюдателей ОБСЕ, боевики все чаще используют тяжелое вооружение. Подробнее в материале Руслана Смещука. Поселок Бердянское возле Широкино. Со вчерашнего вечера позиции здесь под плотным минометно-артиллерийским огнем противника. Мин-20 прилетело, 82-й калибр. Походу работал Василек по нам, потому что серия кассетами ложила. Не обращая внимания на присутствующих наблюдателей ОБСЕ, боевики все чаще обстреливают морпехов из запрещенных минскими соглашениями калибров. Частей обстрела больше всего бьют саханки с их блокпоста. Из-за самой саханки, скорее всего, работают. Ну, частенько прилетают и Д-30, снарядики, самоходочки 122, 2С1. Вот. Ну, а стрелковые бои это так, ну, как, в принципе, как семочки пощелкать, это вот, постоянно. Такая активность боевиков пугает немногочисленных оставшихся жителей Бердянского. Последние несколько месяцев здесь было относительно тихо. Люди начинают вертаться, а тут такая... Отвикли, тихо було, от місяця два, ви знаєте, ми ще городи садимо, ми все, ну все, як то, вернулися к житті. Старша дочка приїхала, і молодша приїхала дочка, п'ятеро внуків приїхало, і почала стрільба. Діти швидко зібралися і уїхали опять назад. Не дали віддихнути. Не дали ні віддихнути, нічого. Если же говорить о ситуации на Мариупольском направлении в целом, за последние несколько суток боевые действия активизировались по всей линии разграничения. Обострение началось в субботу. У нас абсолютный рекорд по обстрелам. 35 обстрелов вдоль всей линии разграничения на Мариупольском направлении. Это Маринка, Гранитная, Новотроицкая, Широкино, Водяное, Павлополь, Толоковка, Гнутово. А в селе Чермалык мины падали прямо во дворы мирных жителей. Этого не было уже несколько месяцев. Только чудом никто не погиб. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Прямо в эти минуты в апелляционном суде Киева слушают дело Станислава Краснова. Напомню, руководителя гражданского корпуса АЗОВ подозревают в шпионаже. Защита требует ему изменить меру пресечения. В зале суда находится моя коллега Анна Каменева. У нее узнаем все подробности. Аня, скажи, а на чем основаны эти требования адвокатов? Здравствуй, Алексей. Начну с самого начала. Заседание началось с задержкой в 2,5 часа. Задержались судьи. Адвокаты сразу же попросили воспроизвести аудиозапись заседания Шевченковского райсуда, на котором Станиславу Краснову изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Защита утверждает, что этот судья не имел права вести заседание, потому что Шевченковский суд якобы нарушил закон. С порушенням вимог статті 35 Кримінального процесуального кодексу України проводив розподіл суддів без автоматизованої системи, яка є обов'язковою в усіх судах будь-якої інстанції. Лист голови Шевченківського районного суду за підписом Савицького, оригінал, заступник начальника управління Генеральної прокуратури Парвий давав запит щодо призначення слідчого судді Шевченківського суду. Свободняка на розгляд справи і отримана відповідна її відповідь Шевченківського суду. Это письмо приобщили к материалам дела, после чего в зале прослушали аудиозапись заседания суда первой инстанции. Сейчас суд продолжается. Напомню, Краснова прокуратура подозревает в госизмене, подготовке терактов и незаконном хранении оружия. Сам Краснов ранее подтвердил, что действительно имел контакты с иностранными спецслужбами, но утверждает, что делал это в интересах Украины. Однако недавно глава службы безопасности Василий Грицак заявил, что азовца проверяли на детекторе лжи, который подтвердил, что Краснов действительно собирал и передавал российским спецслужбам информацию и должен был устроить несколько терактов. Алексей. Спасибо. Напомню, на связи с подробностями была Анна Каменева. Житомирские кондитеры взывают о помощи. Уже почти полгода работники фабрики «Житомирские ласощи» остаются без работы и средств существования. Причиной называют рейдерский захват предприятия, в котором обвиняют нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского. После многочисленных акций у стен Минюста и Верховной Рады сотрудники предприятия начали сбор подписей под петицией президента Украины. Силой захватили предприятие. Уже 5, 27
апреля будет 5 месяцев, как предприятие не работает, люди не работают, люди находятся без зарплаты. Но мы обращались во все инстанции, мы сейчас находимся в судах. Сегодня оснований для нахождения там бандитов никакого нету. Есть просто вооруженное нападение, вооруженный захват. Законопроект Пашинского о спецконфискации без приговора суда. Получил ли документ добро Совета Европы? Сам Пашинский сегодня на согласительном совете уверял коллег, европейцы его детище одобрили. Но вот нардеп-юрист Елена Сотник утверждает противоположное. В законопроекте не прописаны механизмы конфискации и нарушаются права человека. В доказательство у себя в Фейсбуке приводит ссылку на полный текст с выводами европейских экспертов. Я не знаю, звідки чому він так трактує. Звучало на погоджувальній нараді, що нібито відповідає, що вони познайомились з висновком Ради Європи і там все чудово. Насправді Рада Європи пише про те, що такі практики існують у європейських країнах, але вони настільки детально прописані. Тому говорити про те, що українці просто намагаються слідувати європейській практиці, цього недостатньо. Треба всі стандарти цієї практики виконувати, чого автори законопроекту не зробили. Евроинтеграционные цели Киева должны остаться прежними, а стратегию нужно менять. Так считает директор Института стратегических исследований «Новая Украина». Политика правительства Яценюка в отношениях с ЕС оказалась неэффективной. По мнению Андрея Ермолаева, необходимо учитывать как собственные реалии – конфликт на Востоке, ситуацию с Крымом, финансовые проблемы, так и европейские, возможные экономические и миграционные кризисы. Поэтому Украине и нужна новая долгосрочная стратегия. Потрібне дійсно серйозне перезавантаження нашого, в першу чергу, нашого розуміння, а від цього і наших планів подальшої євроінтеграційної політики. Мова йде про вироблення ефективної стратегованої політики в масштабі 3-5 років. Часу насправді у нас надзвичайно мало. Пропонуємо знову поновити діалог стосовно перегляду тих позицій економічної угоди, яка дійсно обмежує наші можливості і в частині стратегічних програм модернізації європейської економіки і в частині поточної співпраці. А делегация украинских парламентариев сегодня в Лондоне на конференции по сотрудничеству ЕС со странами Восточной Европы. С европейскими коллегами обсуждали, в частности, вопросы свободы слова и прозрачности СМИ. Тут Украину похвалили и привели в пример другим государствам. Недавно принятый закон о конечных собственниках телеканалов и газет не дает возможности государству давить на журналистов. Особое внимание уделили электронным медиа и тому, как соцсети влияют на восприятие новостей. Сегодня же вопрос поднимается о том, что зачастую незащищенность СМИ от государства или киберпреступности может повлечь за собой достаточно неприятные моменты. В том числе и то, что общественное мнение будет деформировано в одну или другую сторону. Также был поднят вопрос и о том, что имеют ли право собственники влиять на информационную политику. В итоге было принято решение, что все-таки самая главная гарантия свободы слова – это независимые СМИ. Как британская герцогиня едва не повторила подвиг Мэрилин Монро, и зачем Поднебесная взялась прививать китайцам любовь к футболу. Об этом не только. Узнайте в нашем обзоре. На Кубе дефицит пива. Почти весь запас хмельного напитка выпили американские туристы. Спрос превысил предложение в несколько раз. Кубинские пивоварни должны были изготовить 33 миллиона ящиков пива, но уже сейчас, очевидно, заказ они не выполнят. Производительность заводов слишком низкая, а вот поток туристов из Соединенных Штатов увеличивается. К тому же в мае к берегам острова Свободы причалит первый за полстолетия огромный американский круизный лайнер. Самый опасный марафон стартовал в Марокко. Более 500 спортсменов-бегунов со всего мира пытаются за 6 дней преодолеть 257 километров пустыни под знойным солнцем. Условия крайне жесткие. Температура воздуха выше 32 градусов по Цельсию. Китай задумал стать футбольной супердержавой. Правительство даже разработало соответствующую программу. Для начала власти планируют повысить интерес своего народа к этому виду спорта. Затем построить около 60 тысяч полей по всей стране и привлечь к игре более 50 миллионов взрослых и детей. Ведущей футбольной страной, согласно плану, Поднебесная должна стать к 2050 году. Сейчас мужская сборная Китая по футболу занимает в рейтинге FIFA только 81 место.
Рискованное это дело ехать вдоль океана в ненастную погоду. В сети появилось ужасающее видео, на котором водитель автомобиля пытается проскочить надвигающуюся на берег волну в английском графстве Корнуолл. На несколько секунд даже дух перехватывает, ведь кажется, что вот-вот машину смоет, но все обошлось благополучно. Сильный ветер вогнал в краску герцогиню кембриджскую. Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом отправилась в турне по Индии. В Нью-Дели, возлагая венок могиле неизвестных индийских солдат, она никак не ожидала такого подвоха погоды. Неожиданно поднялся ветер, и Кейт едва не повторила подвиг Мэрилин Монро. По иронии судьбы, герцогиня, так же как и актриса, была одета в легкое белое платье. Со слонами в водный бой в Таиланде стартовал фестиваль Сунгкран, который символизирует начало Нового года. По местной традиции в этот день принято обливать друг друга водой, чтобы очиститься от всего накопленного негатива. Кроме того, в жаркое время года, а сейчас в Таиланде термометр показывает почти плюс 40, вода еще и приносит прохладу. И чтобы веселье было вдвойне приятнее, местные зазывают туристов поучаствовать в водных боях со слонами. Ну а закончим мы еще одной политической интригой сегодняшнего дня. Переформатированием работы Михаила Саакашвили. Появилась информация о его возможном назначении главой администрации президента и его возможной отставке с поста губернатора Одесской области. Все ждали, что Саакашвили лично прокомментирует все на своей пресс-конференции. И несколько минут назад одесский губернатор вышел к прессе. С нами на связи наш корреспондент Андрей Анастасов. Он его слушал. Андрей, что все-таки сказал Саакашвили? Добрый вечер, Алексей. Ну, во-первых, Саакашвили привел сюда, как он говорит, свою команду. Это главы районных администраций, чиновники из обладминистрации. И на их фоне общался с прессой. Ну, во-первых, заявление об отставке своей он не сделал. Он высказал несколько таких месседжей, я их сейчас озвучу. Первый месседж – это то, что сейчас те условия, в которых формируется правительство, они неприемлемы для Украины, потому что происходит, как говорит Михаил Саакашвили, договорники, все происходит кулуарно, формируется кабинет министров, и на его взгляд, это правительство, оно останется коррумпируемым. Призвал при этом Саакашвили создавать правительство после широкого обсуждения в обществе, только после так называемых народных кандидатов, как он говорит, вот что сказал по этому поводу. Не голосовать за это правительство в таких условиях, которые предлагают. Хотят сучить Украине правительство, которое изначально будет недееспособным, изначально будет коррумпированным. Следующий месседж, который озвучил Михаил Саакашвили, это то, что проблема сейчас в Украине не столько в Яценюке, его уходе, а в том, что невозможно проводить дальше реформы. То есть реформы топчутся на месте, как говорит одесский губернатор, и поэтому он, так сказать, выдвинул определенный ультиматум президенту Украины и правительству в том числе. Заключается ультиматум в том, что должны быть, чтобы не было травли, во-первых, в отношении команды Михаила Саакашвили здесь, в Одесской области, чтобы были уволены со своих постов начальнику областного управления СБУ, областной прокурор, начальнику областного управления фискальной службы. Это, по мнению Михаила Саакашвили, те люди, которые мешают проводить реформы в Одесской области. Вот такая информация, Алексей. Спасибо, Андрей, за работу. Это был Андрей Анастасов с подробностями громкой пресс-конференции одесского губернатора Михаила Саакашвили. Ну что ж, вот таким насыщенным и очень активным был сегодняшний день. Что будет завтра, предсказать сложно, но как бы ни было, обо всем расскажу ровно в 8 вечера в подробностях. До встречи.